Феникс решил я тут попрактиковаться немного в блендере. Хочу вот такую точилку помоделить. Прикольный такой референс нашел. Сейчас будем пробовать. Ну, пожалуй, с кубика. Начну с кубика. Конечно.
Коронавирус. Что же еще делать, пока у нас свирепствует коронавирус? Что творится сзади, непонятно. Непонятно, что творится сзади. Это зеркало классно, но я люблю квадратики видеть. А, хотя, может, вот так вот сделать. Нет, так шейдеры. Шейдер так не очень прикольно работает. Я люблю вот так вот. Так, ладно, к задней части еще вернемся. Вернемся к задней части.
Рейс. Даже не знаю, что тут рассказывать по ходу дела. Что тут можно рассказать? А, вот же есть форма боковая. Вот же она. Она боковая форма.
Так, здесь у нас, похоже, крыло. Крыло вот так уходит. Что-то вроде вот такой формы мы получили. Так, чуть-чуть перелег, сейчас еще поправим. Yeah.
сказать, флоу поправлю. Эта штука у нас. Thank you.
как я это переключил. Так, что форму-то примерно, форму примерно накидал. С этими штуками какая-то байда. Какая-то байда. А, ну, понятно. Надо было с боксов с самого начала, короче, начать. Там больше похоже. Thank you.
Все не то и все не так. Ну ладно, для начала пойдет. Пойду-ка я попью чайка. Попью чайка. Это мне надо перенести. Понял, вот сюда. Это лишний эдж пока, по-моему. Это был лишний эдж.
тут ничего. Сложные формы, сложные. Ставлю пока так, что ли. Вообще не круглый. Здесь какой-то квадратный, а здесь какой-то круглый. Здесь какой-то ближе находится. Здесь как будто он толще. Ну ладно, начало положено.